Какие все-таки на сегодня основные причины нетрудоустройства на те рабочие места, которые указаны в перечне администрации районов и городских округов? Первое, это, конечно же, нежелание работодателей принимать на работу граждан, осужденных к наказанию. Второе, это отсутствие вакансий на момент обращения осужденного к исправительным работам. И третье, это несоответствие квалификационным требованиям, которые заявляются работодателями, ну, к тем профессиональным качествам, которые имеют эти граждане. Мы на сегодня, как служба занятости населения, как органы государственной службы занятости, в пределах своих полномочий оказываем содействие УФСИНу в решении проблемных вопросов, которые связаны с формированием перечня. Нами в адрес собственно УФСИНа и глав всех муниципальных образований ежемесячно направляются сведения об имеющихся длительно незаполняемых вакантных рабочих местах в целях актуализации тех списков, которые ведут и утверждают главы муниципальных образований. Причем в эти перечни мы включаем именно длительно незаполняемые вакансии, то есть те, которые у нас существуют в базе данных более 6 месяцев, на предмет того, чтобы администрации имели возможность ведения переговоров с этими работодателями на предмет получения согласия от них для включения в перечень с последующим направлением туда этих граждан.